Анатолий Пахомов и его заместители, а также начальники управления и департаментов администрации города в течение 3 часов отвечали на вопросы жителей Лазаревского района Сочи. Вопросов было много. Более того, ответы на них не были найдены ранее в профильных инстанциях. Кто-то просил у администрации поддержки исковых требований в суде по земельным вопросам, а кто-то помощь в получении местной прописки. Глава города напомнил, что администрация города не имеет полномочий вмешиваться в работу правовых органов, а также судебных приставов, и тем более воздействовать на миграционную службу. Но по вопросам, решения которых входят в компетенцию мэра, Анатолий Пахомов дал соответствующее поручение. В частности, глава города пообещал уже этим летом начать ремонт школы номер 80. На эти цели в бюджете будет заложено 20 миллионов рублей. Ранее актив школы уже обращался к главе города с просьбой о строительстве спортивной площадки. Просьба была выполнена еще в 2016 году. Такие встречи мэра Сочи с жителями всех 4 районов города проходят регулярно и будут продолжены. Ведь именно так, точечно, удается решить проблемы большинства сочинцев.